Удачи. Типа, почему Войт в рейде? Нет, почему люди переспрашивают очевидные вещи, когда им уже все сказали? Все готовность на бафы на все. Стали по местам РДД между собой зону бей. В огне не стоим. Виталик. Да тут, блин. Запускаю. У кого-нибудь отчитывает сейчас этот время до начала боя? Именно этого босса? Да. Как запустили тут, когда выбить? По бобам запомнили, да? Да-да-да. Сейчас раскидали? Макгрегор на втором стаке жмешь на язык. Поклонский на втором стаке жмешь срезку. 50%. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Геро. Из огня вышли. Вышли, маги. Защита от огня прожимай. Макгрегор, готовься, забирай. Три стака забирай. Боб, войду, кинь поклонский. Три стаки скинь. Все, поклонский, готовься, забирай с Макгрегора. На втором стаке жми низы. Жми, забирай. Поклонский, забирай. Срезку нажми сразу, чтобы собьем. Снобль на время. Да. В огне он летает 5 стака. 6. Макгрегор правый. Не, поклонский, ты тоже правый. Войт левый. Разведите. Морды к стенке. Дри внимательно за белый дней. Да, плюнет, не знаешь. Меняйтесь и беги. Поклонский. Беги, Макгрегор. Всем дам. Еще скрыть. На шамана попал. Давай, братишка. Так, за стаками войда смотрим. Ой, сейчас там ужин был, осторожно. Нужно быть, давай рейс не сторожило. Таксин на мне сейчас будет, встанем буду. Макгрегор готов забирать? Или кто там там? Поклонский забирает. Только не в рейд, не в рейд можно. Жабыч рейс не сторожил. Макс, я ставь бэр на последнем. Аура тогда. Аура вместо огня, лед поставь. Килы в кучу не стоим, чтобы все не заморозились. Встаньте по рейнджу. Поклонский массакр по команде. Вот от этого таймера можешь 5 секунд считывать. До этого. Ага. Не успеешь. Мой инбист. Шлейдный.
Дожимки даем. Кило опять не кучкуемся, сейчас дыхнет, заморозит. Массакром. Перс. Трех. Да, не тебе сферы скину. Да, не да, скидывай на камень, конечно. Да. ГБ сфера. По себе еще. Ну, не знаю, мало ли. Мало ли случайно на аук закин. Или из кармана выпадет. Че, можно в кота, да? Сейчас подожди. Ну, поклонский два окна, поэтому как бы давай лучше ты этот медведь останешься. Сломали. Медведь это надежно. Да не ударил ключ. Трансмут забирать. Кожевники с профа 450. Линкой. Сейчас великий чернокнижник Вилфред не попал. Кто запустил? Призовет вашего нового противника. Готовьтесь. Давайте по РНЖ, бафы раздали. Маги на боссе висите, постоянно диспелите за стаки рассеивания. Заклинаний. Виталик, гимн с тобой по команде, даем, ты первый. Что еще? В портал переключаемся, вулканы сливаем. Рэнджи между собой соблюдайте, потому что молния цепно бьет, если вы будете близко стоять. Спепеление захиливаем, с пламенем бежим. Разбегаемся. Инфернал великом подводить. Между Хантом и ШП можно встать. Между Поленом и Волком можно встать. Мильки под босса РДД, встаньте на РДД. Покорен мне, демон! Вас там цепная молния убьет. Станьте нормально на рейнджу. Возле двух хантов место. Рядом с деревом место есть. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Туланского легиона. Диспойте с Макгрегором. Макгрегор сбивает каст. С пепелением. С бан. Захиливаем. Ворота сыграли. Три кнопки, глыбу прожми, скинется.
Не забыла, беги. Либо бабу. Беги, малышка, беги! Диспел. Логлы захил. Разжила меня. Я могла бы. Лока захил. Лока хильте? Мы все равно сыграли. Рядом стояли, да? Виталик, дай ему хп. Несон берешь? Нет. Макс, и рис не несон? Не, еще появились. Нет. Макгрегор, диспейл, хильте. Сбивай косты. На теме есть на ману? Отдал. Захилите шаман. Ого, мага. Во ворота сыграли. Война за хил. Стаки диспелим. Лока за хил. Кошаман, может ты не в чат будешь писать умница, а хилить? Там я как бы хилю, если что. Умница. Не макнул сайт. Дом. Ух ты, зелененький, блин, на транс вообще шикарно. Трофей ролим. Сашка, ты в гильдии? Ага. А они знают, что это ты? Походу нет. Да знаю, знаю. Альянсу не нужна. Я надеюсь, они запустили. Демонов, чтобы справиться с ордынским отрядом. Да, не, а ты Сашка? Успокойтесь. Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился. Ну а зачем тебе второй шаман вообще? Турнир продолжается. Сейчас оно. Баф раздайте. Штаны ролим. А Трития знает, что это ты? Ну как ты меня и взял. Топор ролим. Слушайте, если никому не надо, можно на транс взять? А, ну если надо, то забирай, конечно. Мне надо. Бери, бери, конечно. Не, Поклонского, если отдаст. Это поклон еще это, да, Даша? Да, ну, Поклонский заберем. У него ссылка 25. У меня. У меня сотка как бы. Ой. Совесть Виталика, короче. Ну все, это все на моей совести, блядь. Кому надо топор? Его не забрал. Ну, петушиному началу, видимо, нужен топор. Че ты меня палишь? Войду? Да. Славик, а ты кем? Хотя тебе не важно, блять.
Тебе похуй, что делать вообще. Имеешь в виду, что он во всем шикарен? Хилит и танчит и дэдэшит в этот смысл? Именно, да. Мы так и поняли. Честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Ты ему убрали, Петров убрали. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться с твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Кстати, кочарка стоит на оружие 50 выносливости. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Раньше она несколько лет назад дороже была. Ну, на мишку нормально, она. Войд запоминает твой ДК. Рога по-клански. Он точно пизделей не получит. Вар Макгрегор. Так, кто у нас тут по скилловеется? Короче, мизантроп, сколько сможешь, сидишь на контент, даешь дизарм, даешь фиры. Приоритет дизарм, конечно, станы. Если есть, вообще в прото можешь спекнуться. Первым будем играть Лока. Звездочка. Дальше будем играть в хилу. Напишите, пожалуйста, в гильчат привет. Зачем ты написал? Чек на готовность. Ну просто, если вам не впадло, вот. Если вы педики какой-то, конечно, не пишите. А мне было приятно, если бы приятно писали. Танки по местам, идите уже. Кто налево, кто направо. Все пойдем в центр, и Ice Freeze притянешь к нам сюда звездочку. Танки по местам. Танки, начинайте, разбирайте своих мобов и все. Все. Блин. Фу, матки, фу. Фу, не спал. На самом деле, если бы ты зашла в этот момент, я тоже сказал бы, напишите, пожалуйста, все привет. Алик, я не пишу, когда захожу в гильдию, привет. Я тут никому не нужна, со мной никто, кроме Фикаста, не здоровается. Звездочки сбиваем, каст. А, я думал, ты не пишешь, потому что ты овца просто. Может, ты поэтому? Так может, у людей не стоит оповещение, что ты зашла в игровой мир? Так, вы это, соберитесь немного, то сейчас вайпимся. Даю бэрер шан. Гранд звездочка. А, нет, не даю. Танков заберите. Я могу танков поднимать. Мобов личных из рейна. Не здоровайтесь, пожалуйста, с Крисией. Ну, не надо ему писать. У нас Рока по рейду бегает. Весь бой. Контроль. Играем в Хантер Трусы. Как только набьем за Хантер. Макси и Ресни, Сашка. Васап, Ресни, Мага. Тоже Сашка, Ресни. Кого поднять? Мага. Ну, Мага жопа, короче. Стоим. Серьезно, Мага поднимать? Мага. Стоим в центре, не подходим к нему. Зона у нас хватает. Братки, сместитесь от вара на всякий случай. Жалко, зрелище. Шаму, снимите кого-то. Говори, кого поднять, пока есть 5 секунд. Сторожу поднимем. Играем кожу.
Кружок играем, касты сбиваем. Беги, малышка, беги! ДК время. Ну это пока войд. 5 секунд у него был. Касты сбиваем. Или диспел дайте. Вы меня простите, конечно, но почему не было ни одного контроля? Где приморозка, где феры? Локи, играю маги. Деревень хотя бы приморозьте. Фир дай. У меня на КД, я-то их фирю. А вы? Нет. Полирог у нас никто не держит, играем дальше. Визар мы. Мизантроп первый. Визар. Надо контент готовить, сейчас будет его дизарм, давай. Каукер, давай. Дизарм. Кер следующим дизарм можно давать. После плаща. Так, я кире. А, ты стенку заталкиваешь. Я понял, я так же в прошлый раз делал. Нравится? Играем, сам убиваем. Даешь корни для себя, отводишь в сторонку, и он стоит в корне. В прошлый раз говорил, что хватка природная продолжала. Беги, малышка, беги! Второсорт ни с кем не держит. Тут, короче, у поклона Рога стоит во втором окне, и он агро держал лучше, чем я. Первый дизарм дальше. Прямо сейчас новый дизарм. Это не могу. А чё за медведь долбоёбый? А, я понял. Прости. Что он в этом враге нашел? Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет... Вообще, по сути, это чел мог все разрулить мирно. И ради чего? Истинная... Он такой, ладно, ладно, деритесь, блядь. Тик-ток. Thank you.
Тинька по ИПГП. Бисовая надышка. И протола. Парканы песенрол. Васапа, ты как думаешь, ключ на каких боссах получишь? Это новых кингов? Нет, я в РК писала ролл на медведя. На всех, блять. Славик, а кто тебе подсказал играть мишкой? Ну, если не секрет просто. Это я тебе могу подсказать что-то. Подсказать? Да. Так за войдом сейчас скажи, что мне не делать, чтобы быть дебилом, блядь, вот как ты. А кто-то там все мозги растерял. Ты чё, мои стримы не смотрел, что ли? А кто их смотрит? Ты чё, стримишь? Ну, у меня 1500 подписчиков. Ссылку кинь. Интересно очень, Виталик. Как за тобой скучал, а тебя всё нет и нет. Так, Поклонский в танке, Макгрегор в танке, Вой в танке. Макгрегор направо, Поклонский с Войдом слева. На пол и на Макгрегора. Смотрим за дебафами. Присты. Встаем относительно рейда чуть подальше и ловим черные сферы и белые, чтобы они не доходили до рейда. Не ваншотали слабых. Кто не уверен, не собирает. Чек на готовность, на запуск. Гир по команде. Лэзи Панк. Запускаю. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Макгрегор взял? Yep. Начинать. Во имя темного повелителя. Давайте Геру. Во имя короля Лича. Вы умрете. Кресты по возможности на самом деле, как я считаю. На рейнджер давай становимся, чтобы белые не заходили. Там как хилим Поклонского свой дом. Да, ну нормально все. Наш круг просто не было бы шлепдаун. Без способности 5 секунд. Можно поумничать, пока мы молчим? Да. Сейчас, подожди, Макгрегор, тащи, пожалуйста, возле беленькой сферки, потому что в этом вся тактика, блядь, чтобы мы все очень быстренько сменили материальное свое и пошли другую бить волю. Спасибо. Бьем. Бьем это же. Сбивайте кост. Разбей. Себя заберу, потом разберу. Запускаю.
Ну, наверное. Сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Меня исключили из группы во втором окне. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в кучу остатки плети. Нет, Лазипанк, убери меня, пожалуйста, с таргета, а то я стесняюсь. Спасибо. Искури сейчас, дай мне. Сложи ледяную скорбь, и я... Ромный, ты как? Нерубианцы воздвигли целую империю. Так, запа, ладно. Империю, на которой вы так безумно построили свои дома. Души твоих павших членов будут принадлежать мне, Фордринг. Поклонскому трофею промете затяжки не сам гал. Вчера ты часто играешь? Это вроде триумфово. Че? В этой гильдии первый раз. Поиск уже. Ладно, ищу, зови. Еще один кожаный пояс. А ты сам зайти не можешь? Спросить, может, помощь вам нужна? Звать его нужно. Ты понимаешь, что я на офисе сейчас во втором окне? Ты понимаешь, как там пиздато просто вот? Надо тебя же кинуть. Так. Не, мы так кикнули, но я все равно же новый. Сашка, поставьте тему первым. Да-да. С тебя. Так, вот. Мешка сбивай, да? Мишка, ты топнуть, касс этот набей. Да просто пусть протопало подводит, а протопало будет ставить. Короче, Макгрегор на боссе, Войд с поклонским на трэше. Конты не забываем про урез хила. Собственно, все. На последней фазе хилим только метки синие и рейд на 10-20%. Кавкер. Пульта. Виталик. Виталик. Все готовы по местам. Да, бля-бля, погоди. Что? Только ебнулся. На Затигера когда? Можем 2 минуты подождать. Да. Я думаю, подождать лучше. Привет. Что делаете, пацаны? Привет, это Нюша. Напишите, пожалуйста, все привет в гичат, вот кому не впадло. Привет, Дим. Чё? Привет. Мы в ВВК перед Анубом. Там Виталик что-то говорил. Да, Виталик, в гичат просто поздороваться с девочкой. В смысле, это же Танюша, это сладкоежка наша. Я хочу быть девочкой, чтобы со мной также здоровались. Резонись, писюн на видюху, я тоже с тобой здороваться буду. Бабла подымем на ютубе, очень нормально. Войда, правда, не прокнула, но как бы... Че его судить? На ютубе мало за рекламу платят, если ты не рекламируешь кому технику или еще что-нибудь. Можно. Мы с менеджером Макгрегора, да? Можно в миксер тогда член засунуть, типа реклама. У Войда он, ну, как бы к лезвиям не достанет просто. Можно на терке потереть. Так, давайте подходим. Чек на готовность.
Блять, а кто у нас протопол? Поклонский. Поклонский, но на полном игре. Так, здесь... Я трэш на полгру. Макгрегора начинаем. Трэш под босса заводим. И свечимся в трэш. Пневой удар все равно. Убиваем. Кай трэш собираем под боссом. Мать, под боссом. И все в трэш. Чуть не зарос. Сейчас босс зароется, и нам будет бежать за платформу. Трэш в трэш хотел. Зарылся на платформу, из фриз. Так, сейчас побегим на ману, зипанк тотем поставишь. Ну, ставь. Грегор, помнишь, да? Вначале к боссу подбежать, чтобы потом отбежать. Да. Следующий трэш тоже под босса под вами. Трэш убьем. Каст. Все, на следующий трэш под босса не подводит. В сторонке собирает. Шаманы, ваш приоритет по хп танки. Я пока не могу использовать эту способность. В сторону Геру. Шаманы держим на пол хп танк. У босса режем хил. Паш, подойди ближе. Весь остальной рейд на 10-20%. Метки за хилером, дашки, массажка, войда. Поклонский, давай срезку. Прижмись. Войда, войда, на пол держи. Маги защиты от льда нажмите, у нас есть. Паладины могут бабу нажать. Королям. Каст, облейте. Ух, ух, блядь, сколько раз я чуть не упал. Ну, в конце щелкну. Сундук не лутать, нет? Никто не писал, что он будет перезаходить. Вот и. Давайте трофей ролик.